Сергей Бурнышев сменил Андрея Гальцина на посту руководителя администрации главы и правительства Удмуртии. По сообщению республиканских властей, Гальцин ушел с должности по собственному желанию. Пик весеннего половодья в Удмуртии ожидают в середине апреля. В зоне возможного подтопления могут оказаться почти 4000 человек. В первой половине недели в Удмуртии потеплеет до плюс 4 градусов. Погода будет солнечной и без осадков. Ночью температура воздуха может опускаться до минус 11 градусов. Артист-дрессировщик Виталий Смоленец получил звание народного артиста Удмуртии. Укротитель руководит аттракционом «Империя львиц» в Москве. Он не раз становился участником цирковых фестивалей в Ижевске. Стоимость ежемесячного проездного на автобус в Ижевске в апреле и мае снизится с 1040 до 1000 рублей. Количество поездок при этом увеличится с 90 до 110. Чтобы воспользоваться предложением, нужно пополнить карту после 20 марта.